Вы набрали сегодня 100 передач за сезон. Что это число значит для вас? Это особенное событие. Спасибо моим товарищам по команде и тренерскому штабу за то, что они помогли добиться этого успеха. Мне повезло, что я нахожусь с великими игроками на льду и играю вместе с ними. Это лучшее время для меня. Стало ли вам полегче после забитого гола? Конечно. О чем вы подумали тогда? Я не знаю. Хороший гол. Когда вы, ребята, играете в большинстве, вас невозможно остановить. Такое чувство, что вы можете сделать все, что угодно. Мы могли бы забить намного больше, если бы выполняли все наши установки. Но есть как есть. Насколько важно то, что Брейден Пойнт стал исполнителем вашей сотой передачи? Он много забивает с этой позиции, и я доволен, что смог помочь им. Я рад за него. Это был хороший момент. Вы обрадовались, когда Михаил спустился вас поздравить? Было очень приятно его увидеть. Каково было слышать аплодисменты в вашу честь? Это было круто.